Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джек Роуз. По этой заглавной песне вы понимаете, что мы с вами все там же. Мы с вами в Скайриме продолжаем идти по дороге, по пути драконорожденного. В прошлой серии мы на самом деле сделали очень многое. Мы победили Салакнира. Мы встретились с дельфиной и узнали о том, кто такие клинки, как они связаны с драконами, и нам предстоит понять, кто стоит за этими драконами сейчас. Талмарцы это или Алдуин восстал сам? Вопрос. Так, на вид от первого лица переключимся. Фэндал, я все еще здесь. Помоги-ка мне стрелять из лука. Спасибо, друг. Ладно, и отдай деньги обратно. Это небольшой лайфхак, да, как денежки сохранить нам. Мы еще не продали три драконьих чешуи, потому что у Белитора не хватило денег. Поэтому мы будем продавать их кому-то еще. А возможно сделаем что-нибудь сами с ними. Так, попробуем что-нибудь улучшить. Нет, ничего нам улучшить нельзя. Либо у нас нет ингредиентов, либо мы все уже с вами улучшили. Что по квестам? Что по квестам? По квестам у нас с вами. Найти женщину Редгардку не будем делать. Встретиться с дельфиной в Ривервуде. А это для того, чтобы узнать, что нам делать дальше. Дипломатическая неприкосновенность. Кажется, дела наши даже хуже, чем подозревала дельфина. Драконы не просто возрождаются, они воскрешают других драконов. Дельфина подозревает, что за этим стоят талмарцы, преследующие какую-то зловещую цель. Она попробует узнать у своих связных, как нам пробраться в талмарское посольство. Ну вот вопрос, ребят, будем ли мы сейчас этим заниматься? Либо мы сейчас с вами пойдем по доп-квестам. Я предлагаю для начала завершить доп-квест с Климиком. Мы за него восходили на гору и приносили дары седобородым. Поэтому переместимся в Айверстед и завершим этот квест с Климиком. И я думаю, что, может быть, нам стоит сходить к братьям Бури. На стороне имперцев я, наверное, не буду, да и, в принципе, никогда не был, поэтому... Ульфрик Буревестник, наш король. Мы с вами, наверное, сходим в Уинтерхолд. Дракон снова напал. На этот раз на Роша Ким. Да, слышал. Я там был. Климик. А вот он идет как раз. Климик. Я рад видеть тебя снова. Тут еще подъемчик, да? Да. В общем, я очень признателен. Вот тебе в награду за труды. 500 монет. Слушайте, это очень много. Еще раз спасибо за работу. Огонь. Давайте пройдемся. Ага. Корень Нирна. Какая-то заброшка. Хеллоу. Я не вижу тебя, Рейда. Не могу тебя найти. Почему ты прячешь? О, спасибо. Ты в порядке? Тут Рейда была. И пропала. Пошла собирать травы и не вернулась. Все пошли ее искать, но только не нашли. Вильхельм сказал, она вернется. Нафиг говорит. Спросите Вильхельма о Рейде. С папой я попрощался. С мамой я попрощался. Рейда ушла. А Нафиг не может попрощаться. Нафиг. Очень, очень грустно. В общем, какой-то умственно отсталый товарищ. Хочет попрощаться с Рейдой. Кто такая Рейда? Сестра или девушка или... Давайте пообщаемся, раз уж мы здесь. Будем в таверну Вайлмир. Берегись волков, если отправишься на высокий фронт. Баркнер, а так мы с тобой виделись там. Что это? Крепота какая-то. Куриное яйцо само катится. Котелок.
Так, ладно, здесь что-то нехорошее происходит. Вильхельм. На твоем месте я бы держался подальше от кургана на востоке. Расскажи мне... О привидении. Сначала о Нарфе. Он безобидный. Он такой с тех пор, как пропала его сестра Рейда. Уже больше года назад это было. Ага. Живет один, на семейной ферме на той стороне реки. Я так сказал, просто чтобы он не... Рейда обычно собирала траву на маленьком островке на реке к востоку отсюда. Я пытался ее искать, но она... Я понял. Найти останки Рейды. А что за курган? Да что тут еще говорить? Призраки там. Не суйся туда. Послушай, я тамошних духов своими глазами видел. К счастью, они от кургана далеко не отходят. Ага. Само собой, для моего заведения это сплошной убыток. Если ты можешь чем-нибудь помочь, пожалуйста. Седобород? Иногда. Так, мы здесь пролистаем. Я там, я бы на твоем месте туда не совался. Год или я больше моего... Давайте я промотаю. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может изменить твое лицо. Ага. Составить тебя выглядеть совершенно... Значит, скульптора лиц в Рифтоне. Мне да колдуну, мне не понравилось даже то, что я завел придворного мага. Кто играет? Если музыка есть, а барда нет. Ладно. Сейчас я посмотрю по карте, далеко ли останки Рейды. Глянем. Слушай, где-то прям рядом. Может, сходим? Ой, так они прям совсем рядом. О, смотрите, и правда кости. Меня течением сносит. Кошель Рейды. Ожерелье Рейды. Давайте сходим до Нарфи. Уж очень жалко мне стало этого дядечку. Где ферма? Вон она, ферма. Опа. Друг, плохие новости. Ах, Рейда, Рейда, теперь ты живешь среди облаков, дорогая Рейда. Ну что, скажем правду или скажем, что вернется домой? Прости, Нарфи. Нет, ну хоть теперь у Нарфи есть ожерелье Рейды. Нарфи не забудет свою сестру. Да, Нарфи, надо это пережить. Нарфи теперь это есть. Соль пустоты, сердце Деэдра, коготь ворожеи. Откуда у него эти ингредиенты? Это очень сложно найти. Что-то он темнит, если честно. Мне кажется, он темнит. Ой, там медведь. Ладно, ребят, погнали дальше. Храм Азуры, коллеги Винтерхолда, погребальный огонь, выковать железный кинжал. Присоединиться к братьям Бури. А давайте присоединимся. Пешком нам будет далековато идти, я думаю. Можем, конечно, и испробовать. Но, наверное, далеко. Слушайте, да, достаточно. Давайте переместимся в Виндхельм. Ой, а мы не были в нем, да? Значит, через конюшни Виндхельма. Там-то мы с вами были. Обратимся к Ярлу Вильдхельму, мы же все-таки с ним в одной повозке ехали. Может быть, возьмет нас к себе, братья Бури. Поговорим, узнаем. Пендал, идем. В
Все знают, что мальчишка Рутина проводит какой-то ритуал. Люди, Торстен. Привет, Торстен. Виндхельм. А я что сказал тогда, Виндхельм или Винтерхолд? Винтерхолд мы полетим позже, когда встанем на путь магии. Вы приехали туда, где вас не ждут. Едите нашу еду, отравляете наш город своим присутствием. Опять какие-то разборки. И отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому мы не встаем ни на чью сторону. Так, ладно, разбирайтесь, неинтересно. Это мы все осмотрим обязательно с вами. Но нам сейчас вот сюда. Привет. Сильда невидимая. Подайте бедной старушке, господин. Держи. О, спасибо. Да благословят Бог. Ну вообще мне лазить по карманам. А, нельзя, я навык на 5 из 5. Я понял. Может, ты идем в королевский дворец. Ярл Ульфрик, наш король. Прямого ответа. Он настоящий народ. Он образуется. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили курьера из Третьюда. Империя сильно давит на войну. Ага. И что, по-твоему, я должен делать? О, если это голос Сергея Чинишвили. Ему об этом известно. Голос Роршаха и голос канала СТС. Считаешь, я должен отправить Балграфу послание более ясное? Да. Надо воткнуть меч ему между ребрами. Мы опозорим его, захватив город. Послание яснее некуда. Значит ли это, что мы готовы к открытой войне? Наберись терпения. Я настаиваю, они все заслуживают смерти, как и ныне мертвый король. Смерть Торга и была моим посланием Ярла. Кто бы ни пришел на их место, всем нужна будет поддержка нашей армии. Мы готовы, только скажи. Посмотрим, как пойдут дела в войне. Эй, Ярл. Только дураки и смельчаки приходят к Ярлу без вызова. А... Я тебя знаю? Да ну! Ах да, Хелм. А, тебе должны были голову сунуть. Ралов жив? Надеюсь, это правда. Он очень хорош. Жив, Ралов. Но пока что он не вернулся. Так что решение принимать рано. Пока что поговори с Галом. Хорошо. Мне всегда нужны умелые бойцы. Не все могут похвастаться тем, что выбрались из Хелма. В последнее время всех преступники записывают. Если твое преступное прошлое останется в прошлом, и ты будешь отважно сражаться за нас, мы приветствуем тебя в наших рядах. Хорошо. Он на твоей стороне. Галмар. Боюсь, что любить. Хелвин, да, ты. Ульфрик нам такие страсти рассказывал. Если тебе удалось оттуда выбраться, значит ты чего-то... Какая у него шкура крутая на башке. Но вначале скажи мне, зачем орку воевать за Скайри? Вот это разговор. Я хочу сражаться с Империей. Если ненавидишь Империю так же, как и я, ты мне подойдешь. Так и есть. Поэтому я здесь. Я хочу присоединиться к вам. Отлично. Но перед тем, как я пристрою тебя к делу, мне нужно знать, на что ты годишься. Придется пройти небольшую проверку. Я смогу справиться с любым испытанием. Расслышать. Особенно, если ты можешь подкрепить свои слова сталью. Я отправлю тебя на остров Змеиный Камень. Если выживешь, примем. Если погибнешь, значит, нам такие не нужны. Что такое остров Змеиный Камень? Это место, где веками проверялось мужество воинов. Там есть странное каменное сооружение. Убей там ледяное привидение. И я буду считать, что проверка пройдена. Но это мы еще посмотрим. Погнал я. Возьми.
Тебе постарайся не умереть. По сипке, что он дал мне? Эликсир сопротивления холоду. Значит, вступление в ряды братьев Бури. Ну что ж, ребят, быстренько-быстренько идем. Доблести не бывает. Это просто... Тут нет. Ну давайте попробуем. Остров Змеиный. Ух ты. Это нам придется добираться туда пешочком. Меня называют героем войны. Давайте доберемся туда. Слушайте, ну это займет время. Горожане называют меня капитаном. И переместиться не получится. Ага. Ладно. Ну раз это испытание, мы должны его выполнить. Чтобы вступить в ряды братьев Бури. Поглядим, поглядим. Ледяное привидение убить. Я думаю, что это будет не очень сложно. Но опять же, пока не попробуем, не узнаем. То есть нам нужно здесь спуститься и пойти по берегу, да? Нам бы средство передвижения какое-нибудь. Хорошенькое. Здесь есть конюшня, мы можем, в принципе, попытаться купить коня. Но лошадь стоит достаточно дорого, поэтому... О, прошу прощения, я мешаю. Нет, ни в коем случае не мешаешь. Здесь какие-то фермы. Ферма-кружка Бренди. Не факт, что дорога окажется безопасной, но пока здесь ферма и все пока хорошо. Так, где Фендал? Вон он, все нормально. Фендал с нами, ребят, идем дальше. А что у нас по экипировке? Так, стрела выкинем. Меч клинков. Так, пока все окей. Обмундирование. Стальная броня. Ну, давайте стальную наденем. А что у меня до этого стояло? А, броня мало здоровья, 20 единиц увеличила. Нет, сойдет она. Еще фермы. Ферма Хлалу. Ферма Астралист. Слушайте, мы по-любому пойдем через какой-нибудь опять курган. Через что-то такое. На всякий случай сразу достану орудие. Потому что мало ли, как говорится. Слушайте, ну и со следующим повышением уровня мне нужно качнуть будет запас энергии, потому что его очень мало. Так, нам в эту сторону. Дороги здесь нет. Но это не помеха. Так, впереди вижу волка. Здесь он один. Слушайте, здесь какое-то погребение. Не знаю, насколько опасное. Фендал? Фендал? Воу! Слушайте, испугался немного. Фендал, друг, иди, вернись сюда. Ты где? Идешь? Красавец. Курган Ингола. Ингола морские призраки. Так, давайте возьмем. Какие-то подношения богам. Слушайте, ну сюда мы пока не идем. У нас есть другая более важная задача. Единственное, что мы... Единственное, что мы с вами немножко сократим дорогу вот здесь. Еще волк. Вижу.
Так, отлично. Шкурку собираем. Очень быстро закончилась энергия опять. Очень быстро энергия закончилась. Давайте. Ой, там какие-то враги опять. Эй! Получай, орк. А что за орк? Эй, друг, ты куда? На кулаках-то с кем? Волк, сзади! А почему на меня? Нет! Я не понял, кто это был. Я убил своего собрата. Это был какой-то наркоман. Посмотрите, у него куча. У него куча всего. Стальные сапоги с оковкой. Возьмем. Так, ну уровень, как и обещал, повышаем запас сил. Не хватает совершенно запаса. Повышенное красноречие почему-то у нас. Так, одну ручку дальше качаем. Двойной вихрь, стойка. Давайте, наверное, мечника качнем. Мы как раз с мечом ходим. Слушайте, очень опасно на самом деле здесь местечки. И волки — это полбеды, да? Здесь какой-то орк оказался. Безобидный, по крайней мере, пока. Будут ли еще подобные? Ледяной тролль. Вот так. Воу. Так, блокируем. Так, ребят, тихо. Так, очнем здоровье. Кандал, спасибо. Крит. Есть. Спасибо, брат. Просто спас. Так, мы заходим на восстановление. Потихоньку прокачиваем и магию тоже. Кэндл. Волк. Волк — это не страшно, ладно. Ой! Как ты здесь оказался? Так, ну все, хватит тревожной музыки, мы закончили с ним битву. Клык Хоркера, мясо Хоркера. Давайте возьмем. Сундук на уровне адепт. Тихо. Так, сломалось. Угу. Тихо, так. Тихо. Ага, не сюда, значит сюда. Так, обломилась. Супер. Золото, свиток, ничего хорошего. Так. Так. Снова берем щит. Кэндл со мной.
Фендал, ты где? Я чувствую, что кто-то идет, ну блин. Фендал, ты что застрял? Друг. Я тут. Да, слушайте, ну с этим братком, конечно, мы долго будем возиться. Слушайте, а где остров Змеиный находится? Я вот иду и все прийти не могу. Там волки опять, но мы их оббежим, да? Нападать на них не будем. Хоркеры тоже пускай отдыхают. А вот там волк с кем-то сражается, с хоркером, по-моему. Где он? Он только что был здесь, волк. Так, ну и ладно. Слушайте, мне вот эти ледяные глыбы напрягают очень сильно, потому что... неприятно, как-то холодно, мокро все. Вот он, остров Змеиный, рядом. А Фендал идет за мной или нет? А я всплыть-то смогу? Смог. Слава богу, здесь нет никакой системы переохлаждения. А то бы еще мы замерзали. О, это коллегия Винтерхолда, это Академия магии уже. Слушайте, мы очень близко, кстати, можем и до нее добраться. Но, наверное, все-таки завершим этот квест. Потому что очень долго мы добираемся, идем сюда. На этот Змеиный остров. Вон туда нам надо. Все, найдено. Слава богу, коллеги, мы дошли. А то эти заснеженные непонятные места меня уже надоели. Ну, музыка здесь шикарная, если честно. Жду, пока мне привезут мой проигрыватель. Я сдал по гарантии, по ремонту проигрыватель. Жду, что его починят. Если не починят, ну, к сожалению, если починят, то очень здорово. Очень хочу послушать музыку на виниле. И... это что, волк? А, это лиса. Очень хочу музыку послушать на виниле и... ой! Это привидение. Слушайте, очень больно бьется оно все-таки, привидение это. И все? И все! Ледышка. Слушайте, какая глупость это была, да? Знак змеи. Раз в день благословенный знаком змеи могут на расстоянии поразить врага парализующим ядом. Принять знак? Слушайте, нет, наверное, не будем. Знак мы нашли с вами. Но принимать мы его не будем. У нас навык воина стоит. Мы все-таки прокачиваем свои умения. Слушайте, мы дольше добирались, чем сражались, если честно. Так, возвращаемся. Королевский дворец. Сразу же в дворец. Сдадим задание Галмару, по-моему. И на этом будем заканчивать. Да, но это нечестно, конечно. Нечестные квесты. Мы дольше добираемся. Это, наверное, проверить нашу все-таки... какую-то стойкость. А вообще говоря... давайте сдадимся. И... вступим в ряды. Все-таки против бури уже. Зачем мы теряем время и расходуем ресурсы, гоняясь за легендами?
Мы даже не знаем, существует ли она. Так, Галмар. Ходишь и дышишь. Я проспорил Ульфрику бутылку. А, естественно. Не думал, что мы тебя еще увидим. Я тебя не дацил. Пора это узаконить. Ты хочешь дать клятву? Так точно. Руби, мы не просто деремся с Империей. Я хочу дать клятву. Вот и молодец. Клянусь честью и кровью служить Ульфрику Буревестнику. Клянусь. Ярлу Витхейма и истинному Верховному Королю Скайрима. Так и есть. Да будет Талос мне свидетеля. Да свяжет меня эта клятва до смерти и после нее. Так точно. С моим господином и с моими братьями и сестрами по оружию. Все верно. Слава братству Бури. Слава братству Бури. И сынам и дочерям Скайрима. Так и есть. Теперь ты с нами. Спасибо, брат. Мы с тобой отправимся на прогулку. На прогулку? И вот еще. Теперь тебе нужно одеть, чтобы все видели, ты из братьев Бури. Супер. Какое на задание новое? Я обнаружил, где захоронена зубчатая корона. Ты представляешь? Я почти уверен. Не представляю даже, что это такое. Мы отправляемся в Карваньют. Карваньют. Если там и впрямь похоронен старый король Боргас, то боя не избежать. Братья Бури уже собираются вокруг усыпальницы. Там и увидимся. Супер, хорошо. Дела здесь. Не дожидайся меня. И мы закончим наши дела тоже там. И собрание туда же. В Бехну. Эти сопляки собираются позади. Ну что, коллеги, мы вступили в ряды братьев Бури. Мы не можем так без короны. Корона подтвердит законность твоих притязаний. Не корона делает короля королем. Правда? Согласен, Ульфрик. Всем спасибо за просмотр, ребят. Плейлист на прохождение Skyrim будет в описании, так же, как и плейлисты на прохождение других игр на Nintendo Switch. Всем спасибо за просмотр. Мы наконец-то в рядах братьев Бури, и в следующей серии пойдем за зубчатой короной, где похоронен король Баргас. Пока!